Игорь показывает, как надо делать. Значит, ручкой на лентах нужно обратить внимание на один момент. Правильное выполнение этого упражнения — это продолжение троса, является рука продолжением троса. То есть вот, вот это движение. То есть тебе, Рома, нужно не подсесть, а наоборот навалиться вот сюда. Правильно выполнять это упражнение. Но если ты хочешь делать на малый палец, то твоя рука вот подходит под углом до троса приблизительно. Вот этот угол где-то там, скажем, 150-160 градусов. И ты заворачиваешь через малый палец на себя. Вот. Вот твое движение. Не обязательно его выглядит в бок. Это вот это твое движение. То же самое на левую руку. Нормальный режим. То есть вот этот режим. То есть трос и рука в одной линии. Если же мы хотим пригруживать связку малого пальца, то мы ставим руку под углом до троса 160 градусов и начинаем через малый палец проворачивать на себя. То есть первое движение малого пальца на себя. Вот так. Это на вот этой ручке. Но перед началом комплекса упражнений именно на кисть советую тебе взять ручку со смягченным центром. К большому сожалению, не у каждого она есть. Пока еще. Пока еще. Но надеюсь, что это исправим. Ты получил прототип. Да. Преимущество этой ручки. Мы нагружаем нашу кисть и глубокие мышцы сгибатели через пальцы. Вот, через вот. Мы практически здесь не держим. Мы держим пальцы. Вот оно. Вот оно сгибание. И здесь вот таких движений делать не стоит, потому что мы нагружаем пальцы. Нам только нужно движение кисти на себя. Сделаешь 4-5 подходов, в первую очередь с этой ручкой. Потом перейдешь на ручку с лямками. Где нажим весь происходит уже не на пальце, а прямо на внутреннюю часть сжатия на самом. Вот. На лямках сделаешь тоже 3 подхода. И последних 3-4 подхода сделаешь на толстой ручке. Обыкновенной толстой ручке. Естественно, мы говорим упражнение не на бок. Понял. Именно а только вот, вот она на бицепс через кисть. Вот сюда. И такие, скажем, 3 упражнения закроют весь цикл тренировки на пальце. Поверь мне, никакой экспандер. Это понятно. Тут даже... даже не стоит перед, конечно, этими 3 великими упражнениями. Ну да, только это... помни, никогда не в бок, только на себя. Да? Кисть. Давай попробуем тогда. Только кисть. Даже... То есть сначала, так как и говорили. А на ручку это можно резиновый бинт намотать, в принципе, как думаешь? Можно. Ну, мы попробуем. Да, поскольку это прототип. Так, да. Я понял, тут надо, чтобы она это самое, вот так. Угу. Тут важный момент, что ось вот эта, вот, до этой, 90 градусов. То есть, чтобы у тебя начиналась нагрузка с пальца на себя. Не вниз, а на себя. Подворачивай на себя. Не так много. Вот. Так, вот так вот. Вот так вот. Сюда. Ага. Ну.
Много, много, много. Много, да. Дай поставлю. Мне надо меньше. Давай. Упражнение вот это каверзно тем, что вот именно что если оно чересчур много будет заворачивать, у тебя может рука соскользнуть. Поэтому нужно быть предельно осторожным выполняя на этой ручке. Сложно быть. Видишь, тебе тенденция в бок его давить. Да. Идет разговор на себя вот сюда. Вот, сюда. Ну, сейчас. То есть движение на себя. Супинатор. Через малый палец. Да. На себя. Раз, два. Вот так. Вот. После чего изменяем ручку. На ручку на лентах. Проворачиваем под правую руку. Вот. Не, это высоко. Это вот, вот так тебе нужно. Вот тебе так нужно просто плечо поставить выше. Вот так. Во. Во. И то же самое на себя. Не вниз. Вот так. Вот так. Вот так. Через супинатор. Через супинатор. У него это движение супинатор несколько ограничено, Игорь. Да, получается. Да. И на конце. Само по себе. Три подхода с обыкновенной толстой ручкой на добивку. То есть четыре подхода. Четыре подхода на этой ручке. По 6-8 повторений. Потом три на лямках. И 3-4 на вот это. Тут как бы движение освоенное. Тут ничего у меня не будет. Ну да, тут идет. Трос я потом отрегулирую. Просто его слишком сильно затянул. Да, слушай, я потом, может, выключить.